Пусть будущее славит поколение, нас за труды, тебя за вдохновение. О, психология, наука. Это не постановка шекспировской трагедии в театре юного зрителя. Все имеет куда более глубокий смысл. Лидия Маркова делится с коллегами принципами и особенностями работы в таком направлении психологии, как куклотерапия. Педагог уверена, правильный психологический настрой – важнейший элемент для успешного обучения детей в школе. Важен более личностные детали, подход к каждому ребенку. И групповая тренинговая работа с категорией учащихся с 5 по 11 класс приобретает сейчас большую важность, значимость и нужность. Необходимо также не забывать о детях младшего школьного возраста. Согласно новым стандартам, в любом образовательном учреждении в обязательном порядке должна проводиться психологическая диагностика и консультирование учащихся, а самое главное – психопрофилактика, которая призвана не решить проблему, а обойти ее стороной. И в детских садах, и в школах психологи работают. Психологи работают. Сейчас в стандартах образования тоже уделяется очень большое внимание психическому развитию, да? Психологическому здоровью детей. И вот за психическое развитие, за психологическое здоровье отвечают именно психологи, работающие в том или другом учреждении. Специалисты признаются, помимо успешности в обучении, главная задача для них еще в школе дать детям правильные установки, которые послужат крепким фундаментом не только для их личной жизни, но и для всего социума. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.